Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, грецкий орех, сорт Кочерженко. Этому ореху 6 лет. Высота его где-то 260-265 сантиметров. Характеристика сорта Кочерженко. Скороплодный. На второй, третий, четвертый год начинает плодоносить. Морозостойкий, тонкокорый, толщина скорлупы 1 мм, гроздевидный, грозди от 3 до 16 орешков, среднерослый до 4 метров в высоту, сеянец. С орешков получается сорт тот же, самоопыляемый. Грецкий орех сам себя опыляет, потому как у него есть соцветия женские и мужские. Грецкий орех, сорт Кочерженко, самоопыляемое дерево. Само себя опыляет. Так как я уже говорил, так как цветут мужские и женские соцветия в одно время. У дерева грецкого ореха сорт Кочерженко есть мужские и женские соцветия. Мужские сережки, а женские похожи на маленькие орешки. Их называют зачатками. Маточные свойства ореха в практике в том, что в одно время цветет мужские и женские соцветия. Так что сорт передается. И, ребята, этого грецкого ореха, сорт Кочерженко, идет второе цветение. Сейчас подойдем. Видишь, Сережка? Видите, Сережка? Идет второе цветение. Такое бывает у сорта Кочерженко. А грозди, я говорил, грозди от 3 до 16. Здесь, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 орешков в одной грозди. Здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Там 7 орешков в одной грозди. Видите, ребятки? Вот так-то. Вот смотрите. Идет второе цветение орешка. Вот цветение. Вот цветение. Сережки. Вот сережки. Этому грецкому ореху 6 лет. Здесь видно гроздями. Грозди. Вот, ребятки, гроздь. Гроздь. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ну, потому что ореху только 6 лет. И грозди небольшие. 6-7. Самое большее. Больше я, наверное, не нашел. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Грецкий орех, сорт Кочерженко. Дереву 6 лет. Пока-пока, ребята.